Недовольно фыркает и нервно ходит по клетке. Еще бы, оставили на время без любимой. Феликс, белый медведь, между прочим, один из самых крупных хищников, не смог устоять перед нежным чувством. И в Красноярском парке флоры и фауны встретил свою любовь Аврору. Красавцу-медведю белоснежная красотка ответила взаимностью. Сложилась молодая семья. Медвежьи страсти в роевом ручье кипят не в первый раз. Еще совсем недавно весь город следил за настоящей драмой в духе Шекспира. Командор влюбился, проявлял внимание, но Аврора тогда еще была очень молодая. Она и сейчас довольно-таки молодая, даже для Феликса. То есть мы еще подрастаем. Конечно, надеемся, что будет потомство. Но все покажет время и точки соприкосновения, скажем так. Ну вот, разделили их. Феликс тоже красавец-мужчина, помоложе будет командора. А тут уж выбирать приходится. Да, дама у нас такая, на выбор. Сейчас командор Седов свое счастье ищет в другом городе с новой невестой. А наша молодая семья пока притирается друг к другу. Для Феликса это была любовь с первого взгляда, и своей юной даме сердца он был готов отдать последнее. Влюбился Феликс сразу, как соединили их с Авророй, как посадили в один общий вольер, когда их перестала разделять большая клетка. Ему приносили рыбку, еду красненькую, он потихонечку откусывал, ей через клеточку давал, да, она делала глазки, строила ему, рыбку забирала, съедала и просила, конечно, еще. Но идеализировать косолапого ухажера все же нельзя, он, как и все мужчины, полигамен. Еще недавно Феликсу сопереживали все зоологи. Нежными чувствами он поначалу проникся к Маше, бурой медведице. Взрослая самостоятельная Мария познакомилась с ним, когда Феликс был еще малышом и впервые попал в парк. Он так сильно плакал, что вот он один такой одинешенек, и они их соединили. Ну как соединили, то есть рядом посадили, и Маша, скажем так, его успокаивала. Феликс привык к этой бурой медведице Маше в свое время, там, скажем так, как ребенок к маме была у него любовь. А потом, так я так думаю, что переросла эта любовь как к учителю, и он всегда впервые от нее проснется, то есть даже, ну как проснется, он ждет, когда она проснется, а Маша до победного сидит, а он уже все туда смотрит. Ну, сейчас вроде перестал, сейчас как бы невеста у него новая, все хорошо. Соединиться с Машей Феликсу не было суждено, какое-то время он был в одиночестве, а потом появилась Аврора. Период томных взглядов закончился, и только сейчас их решили соединить. Они встретились на одной территории. Наблюдать друг друга через клетку им надоело, хотелось ощутить своего возлюбленного, так что первые объятия затянулись. И пока косолапых Ромео и Джульетту держат в разных клетках, но когда они встречаются, не отходят друг от друга. В парке флоры и фауны надеются, что в скором времени у них появится потомство.